Вот она, наконец-то. И почему я все время теряю ключи? Как же до нее достучаться? Убирайся к черту! Проклятие, если ты еще раз в меня вселишься, ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы! Я разыскиваю своего убийцу, того, кто час назад чуть не напал на тебя, и если... Погоди-ка. Ты меня видишь? И слышишь? А, черт, я понял. Ты же медиум. Ха. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам – это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль. С тобой произошло ужасное, и ты меня спас, ладно. Что? Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Спрашивать будешь? Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Зарабатывать на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас, копов, совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Давай быстрее. Ну и где твоя мать? Наверное, умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю.
Слушай, ну не накручивай себя так. Давай быстрее. Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте, не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Ну, ладно, жила. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Вот они. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Тут должен быть другой выход. Уже уходишь? Да, извините, но я вернусь, святой отец. Будь осторожна. Да что с тобой? Озвучивает мои мысли. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью. Yeah!
проклятие. И что теперь? Господи. Ну? Куда она делась, а? А, кошка? Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Ага. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Ха. Конечно, никто не заметит. Ты знал, что ее мать работала на полицию? Ха. Ладно, можешь не отвечать. Пора возвращаться в участок.